друзья на Западе собирают, коллекционируют, чинят, дарят друг другу. Не так давно у нас новое событие, в мою коллекцию еще попал один инструмент. Мужчина из Москвы, которому переписывались 3 года назад, он был в Осташово, хочет привезти туда коллекцию свою инструментов. Он сам занимается, он плотник, занимается деревом. И он мне просто подарил физгармонию. Ему знакомая, говорит, о вас всем рассказываю, ему знакомая кинула ссылку, продается инструмент, он купил и сразу же увез в Суздаль моему мастеру. Сейчас он в мастерской, он будет сделан. Это немец, очень старый, позапрошлого века, причем тоже с очень интересной историей. Может быть, когда-нибудь вы еще приедете, увидите новые инструменты моей коллекции. Ну, а что же современного можно сыграть на физгармонии? В общем-то, все, что хочется. И еще один такой интересный факт. Фирма по производству физгармонии в Японии, Yamaha, очень известная фирма, первоначально производила одни из лучших физгармоний. И уже на базе ее инструментов были сделаны первые синтезаторы. А поначалу физгармонии превратились в органолы. То есть после Второй мировой войны все начало меняться, появились другие интересы, другие инструменты. И вот физгармонию вставили в деревянный профиллер. Он начал вертеться, нужно было качать педали. Потом постепенно вставили электрическое устройство, назвали этот инструмент органолом. Это был маленький ящичек на 4 ножках, модной тогда формы. И душа ушла из этого инструмента, двигаться не нужно было. И так они постепенно исчезли, наши физгармонии. Так вот, сейчас я вам сыграю абсолютно современное произведение. Все мы знаем, любим его как песню. Но это не совсем так. Давайте послушаем, потом я вам расскажу эту историю. Составлен из его собственной музыки. Он учил детей
кружке, он даже не получил полного музыкального образования. И чтобы дети быстрее осваивали любимый инструмент, гитару, он начал писать короткие мелодии. Под авторством композиторов старины, кто же бы стал искать Франческо де Милано, 14 век, что он там написал. Да? И чудесная Ава Мария Качини, тоже мелодия Владимира Вавилова. Но, к сожалению, этой пластинки он не увидел выпуска и не услышал, он скончался в 1972 году. И вот однажды в мастерской художника Аксельрода собрались друзья, и один из них, поэт Андрей Волконский, глядя, как его друг расписывает голубое небо, мурлыкал вот эту чудесную концовку, и вдруг услышал слова: «Над небом голубым есть конца». И так родилось стихотворение «Рай». И пошло оно в народ. Эту мелодию, эти слова пели и напевали многие музыканты, известные, неизвестные, многие рок-группы в том числе. И вот Гребенщиков немножко изменил слова, то ли плохо услышал, то ли это специально сделал из каких-то идеологических соображений. Изменил мелодию, включил свой репертуар, а потом и в чудесный фильм «Соловьёва Асса». И вот так песня ушла в народ, мы ее знаем и любим. Так вот, возвращаясь к диску лютневой музыки старинной, единственное произведение, которое было на этом диске, это «Леди зеленые рукава», было подлинное. Это старинная английская мелодия неизвестного автора. И сейчас я вам сыграю на еще одном инструменте. Инструмент называется орган-портатив. Это реплика инструмента 14 века. Как раз подобный был очень распространен, но этот маленький органчик, портативный, то есть переносной, никогда не участвовал в церковной службе. Он был самым маленьким из средневековых органов и служил для того, чтобы развлекать народ на улице, где-то на лужайке, на празднике. Никогда не был сольным инструментом, звучал в составе других инструментов старинных, в то время современных, орнаментировал или украшал партию сольного инструмента или солиста-вокалиста. Тут главное не забыть, что надо качать меха, который вынесено снаружи. Когда музыкант открывает, нажимает клавишу, открывается отверстие, и звук идет одной из флейточек деревянных. Сейчас мы с вами послушаем «Леди зеленые рукава» на инструменте орган-портатив.